Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас проект GiveCoin. Данный проект задуман как инвестиционный фонд азартных игр. Что же это представляет из себя? Действующая виртуальная букмекерская контора vitalbet.com, которая существует с 2015 года, выводит на продажу свои токены GIF с целью привлечения инвестиций для дальнейшего развития платформы и адаптации под современные требования. Итак, чем примечательна платформа? С 2017 года они принимают к расчету биткоин. Там много валют на самом деле, в том числе есть и рубли. Множество способов ввода средств, вывода средств. Подробнее вы можете ознакомиться, перейдя на их сайт. Но на сайт попасть сейчас непросто, так как в Российской Федерации доступ к нему заблокирован. Ну, кому очень нужно, тот знает, как там оказаться. Платформа уже имеет более 20 тысяч активных пользователей. Принимает ставки на спорт. Это классический спорт, футбол, баскетбол, волейбол, киберспорт, виртуальный спорт, казино, более 190 онлайн-игр, слоты, блэкджек, рулетка. В общем, все у них как положено. Итак, будет создано 300 миллионов токенов. На сайте подробно все изложено, на что эти токены, на что инвестиции будут тратиться, на что они пойдут в процессе развития проекта. Вы можете ознакомиться с white paper. Это, в общем-то, обязательно перед тем, как инвестировать свои средства в проект. Итак, за один эфир можно будет приобрести 10 тысяч токенов GIF. По нынешнему курсу это примерно 1000 долларов. Минимальный вход – это 1/10 эфира. Довольно-таки низкий порог для такого интересного проекта. Но в чем же основная фишка данного проекта? Итак, все держатели токенов GIF могут рассчитывать на часть прибыли платформы VitalBet. Допустим, на один эфир вы купили 10 тысяч токенов. Здесь на сайте есть примерный калькулятор с примерными прогнозами вашего дохода. Итак, к концу 2018 года платформа планирует привлечь 1 миллион активных пользователей. Ну, в принципе, для этой ниши это довольно-таки скромные цифры. Команда немного поскромничала, на мой взгляд. Итак, если будет достигнута отметка в 1 миллион активных пользователей, и вы инвестировали один эфир и приобрели 10 тысяч токенов GIF, то через год вы можете рассчитывать на прибыль 4300 долларов. Опять же, цифры ориентировочные, чтобы вы могли понимать, о чем идет речь вообще. К тому же, у токена будет рыночная стоимость. В любой момент вы его можете продать на бирже, с которой они будут сотрудничать, по рыночной цене. Ну и я так думаю, что по мере развития проекта стоимость токена также будет расти. Так... ICO планируется начало, вернее первый этап в феврале 2018 года, второй этап в марте 2018 года. На сайте есть дорожная карта, здесь подробно изложено весь план действий команды. Состоит он из нескольких частей, и мы можем видеть, что когда планирует делать команда. Так, к декабрю 2018 года ожидаемый охват будет составлять 1 миллион пользователей платформы. Платформа будет полностью обновлена накануне и адаптирована под все современные требования, веяния и тенденции. Итак, партнерами уже является биржа Yobit, EtherDelta, как же без нее, Coin Exchange и HitBTC. Уже неплохо. То есть есть перспектива, что токен сразу выйдет на биржу после окончания ICO. Итак, друзья, заходите на сайт givecoin.io. Здесь есть ссылки на все их соцсети. Можно следить за новостями, отслеживать этапы развития проекта. А с вами был канал CryptoInvest. Всем спасибо, до свидания.